Видно, Ну, нет? запускается вполне. Ну, блядь, давай попробуем. Все прекрасно видно. Так, новая игра, что говоришь? Новое начало, да? Сложность насмерть, да? Что там, обучение? Блядь, что обучение? Не знаю, не помню. Выключить, да. Симуляция решений. Включить. О, нихуя. У меня 15 стаков сраной кисейницы. Никто алхимии не увлекается? А то ее типа распылять только. Мне кажется, сейчас алхимия вообще будет полезна. Че, видно игру, нет? Плавки, кстати, классно подешевели. Ну, ну, титан вот этот. Потому что рецепт изменили. Че, игру-то видно, нет, на стриме? Ну и теперь их хоть пить есть, собственно, варианты. Интерес какой-то. Сопротов меньше стали пить, поэтому... Прием, прием. Проходило. Времени тоже. Настя, видно игру на стриме, нет? Прием, прием. Ой, это у тебя стрим без звука или ты без звука играешь? А я вот не знаю. Меня слышно вообще? Вот. А. Слава, ролик запустил и съебался, или что? Не знаю. Что там с Джайна вообще? Кто-нибудь может рассказать? Что с Джайной? Да, что там вообще с ней происходит? Вы вечерниками занимаетесь или нет? Нет, мы даже не смотрели. Но она не шибко страшная, она сильно более требовательно стала к танкам, а у нас танков таких просто нет. Ну, во всяком случае, у дневного рейда, у утреннего. У вечернего есть, но я впадлу, потому что шмоток туда особо не ходит. Понял. А слышно меня, нет? Короче, стало сильно требовательно, так и все. Все луки там перекидывай, да, надо? Ну, чуть-чуть можно. Ну, вроде как те, кто убивает, не перекидывает. Дай на минутку. Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди. А то Весемир замучает ее своими гравюрами.
Я пошел. Ага, пока. Сирени-крыжовник, конечно же. Геральт, хватит трогать мои флаконы. Я тут подумал, может, Сири, подождут еще немного. Это не педагогично. Не, он перемещается, что-то общается. Ну все, он ушел в игру и с нами больше не разговаривает. А? Я не хочу быть разумным. Ага, вот в чем дело. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься этим. С слабыми, с голыми, из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. После двух полных прохождений что-то как-то не хочется второй раз. Третий раз, точнее. Надо забыть все, потом заново скрыться. Как забыть все? У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? Поиграть. Белье. 5-6, наверное. Я, к сожалению, очень хорошо подобные вещи запоминаю, поэтому... Только серебро. Не знаю, я вроде тоже хорошо, но я постоянно перечитываю любимые книги, например. Не, ну, книги можно перечитать. Грамму, то типа... Знаешь, ты вот... весь сок выпил. Знаю. Да, можешь принести еще после тренировки. Чтобы получать удовольствие, надо не помнить половины, хотя бы половины, что происходило. Холера. А я прям все побочки даже. Отличный у нас все-таки переворот. Постоянно какие-то новые нюансы нахожу. После того, как я два раза полностью прошел всеми вопросиками, всеми очень фигней. Она довольно-таки, блин, однообразная. Мир однообразный, мобы однообразные. Единственное, мне что понравилось, это аддон вот этот дополнительный. Нет. Другой, не помню. А слышно меня, нет? На голых женщин, которые... Да, каменные сердца. Прием. Вот он мне прям зашел. Ну, там интересные квестики были, да. Там в картине особенно прикольно было. С жабой прикольно драться. Я бы, наверное, еще в Скайримчик бы поиграл. Жаба — это единственный босс, на котором я умудрился помереть. Ну, кстати, с этим... С этим Эвериком тоже, блин, сложный бой. Очень. Я не знаю, я когда проходил, у меня не было с ним боя. Ни в первый, ни во второй раз, при том, что я уже не помню, кликал. Нет. Я помню, что там можно типа ему типа его скорбить или что-то такое. Тогда будет. Ну, типа, тебе надо вступиться за чувака, чтобы с ним подраться. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, я, блин, проходил, прошел на самые лучшие концовки, блять, во всех этих, во всех мобах. Задр. Единственное, только ради прикола, потому
Камень и сердце на второй вариант концовки вышел. Ну, типа, чтобы с этим... Разумеется, она предпочитает теории и практику. Просто, чтобы одним всего получить. Что? Подъем, мастер. Ну, тоже с какие скучные стороны, уроки, что ты сам на них засыпаешь. Хорошие. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альгули. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешняя глупость. Да, не принято. Что, опять на май? На какое-то время. А я просто сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Что забавно, я этот квест на меч сделал. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее любишь. Ладно, и я не без греха. А ты на выживание проходил? Значит, мне ее и к порядку призывать. Первый раз я... Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. На New Game Plus я проходил уже, да, на выживание. Я просто правда на выживание. Ну, блин, вот New Game Plus на выживание. Нет. Это, конечно, больно еще. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Чуть-чуть не босс, то висел. Потом, когда понял, что к чему и куда ходить, куда не ходить. Ну да. Там еще локации очень огромные, блин, они там странным образом. Цири, сделаны, ты не в цирке. Что, блин, одни тебе дают квесты, а ты по уровню там не проходишь. Зачем давать? Нет, ноги. Хватит, слезай. Уровнем квесты, чтобы можно было... Сальто? Как иначе? Огромных. Там. Можешь снять повязку. Еще надо там ходить на уровень, на квесты вот на эти, которые выше тебя уровня. Есть спины, еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака сложно. Может быть. Думаешь, утопицы или стрыги будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся весь мира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Еще, блин, ветку прокачиваешь, понял, которая критует сразу. А ты знаешь, что это не повод. Ай, прости, я все поняла. Больше не повторится. Этот, как там, глиф у этого эфирского... Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней с солью. Я помню, вот-вот. Так что, веди себя хорошо. А, место было с бандитами. Пойдем, позанимаемся внизу со остальными. Мы побежим через стены! Я что-то залетел туда, даже не посмотрел. Не сейчас. И, короче, не стоит заставлять Весемира ждать, поверь. И, короче, они за мной все прибежали, и на этом мосту стоят. И я тупо вихрь, мгновенным убийством, там, за 10 секунд трупов 50 положил. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей, ну, и телом нездраво бледной. Ускорение вообще не нравится. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. У меня был ведьмак и Скайрим. Начал со Скайрима, пошел полностью игру, а потом прошел полностью... Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Потом пошел Скайрим и понял, что насколько Скайрим... Не используй преимущество при первой возможности, но только хотя тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Карим вообще после нее невозможно играть. Ты способная ученица. Только ущербная игра, конечно. Не слишком послушная, зато способная. Я помню, очень долго. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной.
Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись мне за меч. Мне очень сильно понравилось метро новое, прям пиздец. Метро, да, классно. Мне тоже понравилось. Ну что, повторим основы? Прям особенно, или сразу спарим? На выживание. Я, короче, первый раз тупанул. Включил полное погружение и выживание. Я кнопок тупо не видел, которые... Давай сразу к спаррингу. Обойдемся как-нибудь без повторения. Какое мучение было. Я прошел на полном погружении всю игру, блин, потом думал, что я сделал. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Пытался потом перепройти старые части. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири? Будешь чистить все мечи до последнего. Это же... Уже у меня еще. Надо тоже там новый рейд провести. Хотя бы можно было что-то выбрать. Вот стимул развиваться, да? Стимул зарабатывать бабки. Чтобы новый компьютер. Все в порядке. Кошмар приснился. О чем? Кому как. Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Найдем. Меня не это беспокоит. Ты же видел ее следы. Она несется, сломя голову по прямой, не разбирая дороги по полям битв и по разоренным краям. Куда-то она спешит или бежит от чего-то. В любом случае, надо думать, у нее неприятности. Я бы удивился, если бы у нее не было неприятностей. Она вечно сует свой нос во всякие осиные гнезда. Тут придворные интриги, там чародейские заговоры. Чего ты ждал? Не знаю. Мне как-то казалось, что когда мы наконец снова встретимся, все будет поспокойнее. Хотя бы какое-то время. Поспокойнее? С Йеннифер? Мечтай, мечтай. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее. Но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири, а я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так.
что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Сейчас рассветет, пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Войт, а где звук? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербисах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Поэтому, казалось бы, я придумал... Ты собирался его читать, а не нюхать. Может, у меня комп не потянет. Нам надо встретиться как можно скорее. Играть руками кого-нибудь. Вот, Вербицы руками Войда, я играю Ведьмака. Только почему-то, сука, без звука. Там нам больше делать нечего. Ну, тут еще по скрипам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Чучело единорога. Мы использовали его пару поэтому раз. Поэтому разыскивайте сейчас в определенных ситуациях. Чего? В смысле, я не понял, это Войт играет или ты? Это Войт играет. Меня мое железо не потянет вообще ничего. Вов-то еле тянет, это огненное хуевое. След свежий. Только вот ведет он на большак. А там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Да. У тебя играл, я без звука включил. Ну, сколько мне еще ждать? С долгоногом все отлично. Поглаживаешь долгоногом? Да, периодически. Считай, игру прошел. Я тридцатку на роботе дал, моя цель выполнена. Все, можно игру дать? Можно, да. Слушай, как Ну, хуй знает. Попахивает пиздежом. Ну, может быть. Не, не, у них много лет, ребята. Они ДПС скорее, да. Не, просто демон 32 на роботе, это, ну, хуй знает. Я бы мог поверить, если бы это демон. Кощеем? Не, мне больше понравилось. Мне этот Даркис скинул, короче, ДПС этих асгардов. Там у них два Африка, короче. Я посмотрел, они там дамажат. Ну, ДПС профа. Может, конечно, они профа как-то интересно держат, и дамагеры дамажат постоянно, там не свичаются эти локи. Но у них, короче, 23-26к было у Африков, а одеты они так себе, ну, типа, посредственно. Возможно, что-то мы не так делаем, или я. А кто демон у гордов? Я не знаю. Кир, птичий череп в черном кристалле. Что-то мне подсказывает, что он принадлежит я. Я помню, что он хуже, чем почти все наши вочи. По статам я не думаю. Ну просто я могу сегодня стрим позырить и подтвердить или опровергнуть ДПС. Посмотри, посмотри, вот это, кстати, интересно. Фото дает 36 тысяч ДПС в соло тарге. Но я такого ДПС даже в асгардах не видел. Я не думаю, так что он... Так кто дает ДПС? Какой-то кот у него. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, вот, мне кажется, исключительно вот это вот немножко полезные это... существа.
Потому что у них из топ-позиции крови можно это рыбки, табака и... Потому что они, поедая гниющие тела, превращают эпидемии. Рыбки 13 брюлей. Он знал, что живых они тоже едят. Нет, ну рыба это понятно, рыба там нет, кончена. Нет, и очень из-за этого огорчился. Там дает чуть больше это разрушило всю его теорию. Рыбалка, последнее, что он мне говорил, дает 28,5. Значит, рыбки дает что-то около 30. И как бы я знаю, что рыбки там точно у них в первой тройке по ДПС. Плохо для наших война повернулась. Но он в первой тройке есть. Кто тут наши? Королевство просто Север. Помню стримы Соляры. Теперь скорее королевство Родовида. Не теме Лерика и Двена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. Ну поэтому там на первых позициях были два дебила. Надо во что-то верить. А то жить не хочется. А так, там, по-моему, Лотбрак, Пельмень, вот эти ребята, ебаши. Еще какой-то ворот. Я просто точно знаю, что если это Лок, то он точно не в демоне должен быть. Потому ну, короче, гляну, вижу... сегодня они, скорее всего, сегодня потащили. Идем. Я бы вот потестил, если бы найти какого-нибудь рогу, который бы согласился мне хотя бы два раза за робота дать триксы, я бы, может быть, 34, я думаю, выжил бы. Ну, блядь, 36, хуй. Нет, называется не выжил, а выдавил с учетом триксов. Да, да, да. Нет, ну типа, смотри, он вот в плане блин, я не знаю. Похоже. Ну, короче, он через портал. Если не собираешься, что... Кто активно агитирует? Агитирует, если у нас... Улетел! Согласен, он зовет всех к себе. Да, вылезай! Да я знаю, он мне раз в неделю стабильно намекает на то, что у него есть место для ДЦ. Правда, что боги. Единственный, я кто... Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Но он это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... Вам надо думать, вознаграждение полагается. Чего я выражался в молока, если не причесон? Пара крон всегда ну, пригодится. Ох, полигональные волосы. Меня прохудился. Сперва нильфгаардцы товары реквизировали, а теперь вот... Горшок. Не, у меня на самом деле во всех возьмите стримах и макашцы, что я смотрела, это просто пункт один, куда надо посмотреть, это нос Визимира. Как там след? Как вот я прям и говорил, мишень. Доходит до большинка. Ну ты посмотри на него, ну что это? Затоптан. А вы ищете кого? Очень жалко, кстати. Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Даже, тут в Белом нет. Саду есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Да так может, чего и узнаете? Зато я недавно... Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Вот эти... Да что там? Он меня едва царапнул, но... Можно... Ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. Прикольно было бы, если бы вместо рунов какой-то смайлик рисовал. Там, типа, знаешь, вот ты... Нет, как... Искорки маленькие. Берет и фаербол метает. Значит, грифон так близко к деревне. Странно. Вот типа и мне так кажется. Урон не очень большой, если в горах, да, здесь, у бочка. Очень прикольно. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит и чудовищ с ума. Не по лору, не по канону. В Белом Саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь точно узнаем, сразу поедем дальше. Ну, там выглядит. Теперь помедленней. Но!
часов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у окна. Урод! Ну, он отнекивался, то все. Так ему чик-чик, башку-то и отрубили. Было такое. А ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Что? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Те мерзкие лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимерий, дед, а Нильфгард. Да не в жизнь. Блин, стрим без звука — это стрёмно. Я надеялась на комментарии Вайда. Я бы, блядь, прокомментировал, если бы записывался этот звук, сука. Дискордно. Чё? Ведьмаки? Такие татухи, как я этот, в школе папе фломастером рисовала. С лицом у него что было? Да ничего, мы привыкли. Это что, к началу, да? Да, люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Вредная скотина. Вредная? Это мало сказать. Бедную Лину так подрал, что она уже одной ногой в могиле. Ну ладно, про несчастье-то. Чем могу услужить? Водочка. А вы чего изволите? А денег-то дают за грифона? Пока нет. А в чем разница звания между Main Raid и ветеран? Староста на награду в складчину собирал. Или ехал господин и просил. Типа ветеран долго в Main Raid? А теперь староста даже в нужных без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Было очень скучно. Жалко. Мы бы помогли, только не за даром. Ну а в чем разница-то между ветераном и Main Raid'ом? Ну как я понял, ветеран, долго не появляешься, ты вообще. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Прикольно. Значит, война вам надо. Ну, я это так, по крайней мере. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. А был кто? Я ищу одну женщину, да, темные волосы, фиалковые были глаза, да? Одевается только в черное и белое, ехала из Вербиц. Недельки три. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. В одном рейде еще за все время не видел. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Это называется цитата «разбавил». Да, ее не забавил. Зато очень много. Может, кто другой вам подскажет? Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Я тебе могу потом в поэм написать. Спасибо. Почему и зачем разбавил. За все. Могу понять. Угу. Ну, можешь догадаться. Причина примерно та же, с которыми... Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Угу. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Слышал? Черные уже поля меряют. Да и пускай меряют. Лишь бы хлеб не жгли. Ой, Драмил, Драмил. Дурной ты, как петух без головы. По что они эти межи проводят, а? Чтобы может, твой слышит, просто нас игнорирует? И своим раздать. Я не знаю, что думать. Он не говорит.